«Отзовитесь, добрые сердца». Выставка с таким названием открылась в Орле. К милосердию авторы призвали жителей через фотографии. В преддверии Международного дня семьи, который отметит 15 мая, открыли тематическую выставку в фойе городского ЗАГСа. Герои фото – воспитанники орловских интернатов. Семья не может быть полноценной, если в ней нет ребенка. Если в ней нет места тому теплу, которое может подарить мама и папа маленькому человечку. Поэтому я надеюсь, что те, кто будет приходить в ЗАГС, создавать семьи, обязательно обратят внимание. Если вы или ваши знакомые хотели бы подарить ребенку-сироте родительскую заботу, вас ждут в отделе опеки и попечительства Управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла по адресу улица Ленина, 23, кабинет номер 7. Телефон для справок 76 27 49.